Приветствую всех вас, дорогие друзья! Вы сегодня снова на моем канале. Особенно приветствую 52-го, 53-го, 54-го, 55-го, 56-го подписчика. Ну а самый главный привет 57-му Валентине с канала «Деревенские напевы». Я очень рад, что вы подписались. Я буду стараться, чтобы вам понравилось смотреть мои видео. Я буду стараться быть полезным. Рад приветствовать вас. Итак, начинаем. Щетки стартера Deo Nexia. Двигатель G15MF. Как я уже говорил, 2006 года выпуска. Вещь простая, банальная. Но нигде таких щеток не найти. Щетки выработали свой ресурс. Даже стали немножко подгорать, потому что контакт был ослаблен с поверхностью ротора, стартера. И найти таких щеток я нигде не мог. Разобрал, посмотрел. Щетки хорошие. Спроектированы так, что при их выработке они не смогут попасть внутрь стартера и испортить его безвозвратно. Но так или иначе эти щетки нужно было менять. Взять их было негде, и решил я сделать щетки сам. Вот, найдя такие щеточки графитовые, взяв круглый наждачный диск, и круговыми движениями я стал подгонять щетки неизвестного происхождения под щеточки стартера Deo Nexia. Перед этим я позвонил в магазин. И продавец сказал мне, что на мою машину очень много различных видов щеткодержателей. И чтобы подобрать нужные мне, нужно приехать в магазин. Впоследствии выяснилось, что подходящие щеточки для меня стоят от 1600 до 2200 рублей. Ну уж нет, решил я и продолжил работать руками на наждачном диске. Конечно, скажете вы, зачем колхозить и что-то изобретать? Но автомобиль был взят с целью доездить его ресурс с минимальными вложениями за небольшую сумму. Поэтому тратить средства было нецелесообразно. Однако мне подвернулись вот такие вот щеточки китайского производства стоимостью всего лишь 350 рублей. Я их взял и точно таким же методом переточил на наждачном диске под свой щеткодержатель, несмотря на то, что у меня были изготовлены две подходящие щетки. В общем, не заморачиваемся и ставим переточенные китайские щетки на полагающееся им место. Вот еще раз показываю, как они выглядят. Поставить их в стартер нельзя, так как они есть, потому что по диаметру они не вмещаются. Вот их маркировка, название. Вот так вот они смотрятся уже после установки. Слева эта металлическая пластинка имеет несколько другой диаметр, подкрепящий ее болтик. И размером она больше, чем в родном устройстве щеткодержателя. Итак, ставим защитную крышечку на место, проверяем наличие всех пружинок, свободное хождение щеточек в своих пазах и гнездах. И собираем стартер, совмещая все отверстия и вкручивая соответствующие винты на свои места. Сюда вкручивается не родной маленький, а вот в это отверстие родной.
который здесь и стоял. Мы, естественно, ставим длинные, и все окей. Пускаем. Реле работает. Стартер срабатывает так, аж подпрыгивает. Недаром. Чуть-чуть оборота все-таки. Как сказано в книжке. Итак, друзья, сегодня тепло. На улице минус 10. Можно заняться ремонтом машины. Итак, рабочее место готово. Можно приступать. Ну что, парни, дело сделано. Стартер на месте. Все подключено. Можно приступать к запуску. Так, аккумулятор у нас в полном порядке. Освежил я его немножко зарядничком. Кто смотрел мои предыдущие видео, тот помнит, что это за зарядник и из чего он сделан. И теперь можно приступать к пуску. Ключ на старт. Работает бензонасос. Пуск. Оборотов около 2000. Пробегу 200 тысяч. Ну что ж, ставим поддон, точнее защиту картера, и поехали кататься. В общем, у меня все получилось. Машина завелась с первого раза, стартер работает прекрасно. Если получилось у меня, думаю, получится и у вас. Спасибо всем, кто смотрит мое видео. Спасибо всем, кто подписался на мой канал. Рад был снимать видео для вас. Всем пока. До новых встреч.